Сейчас у меня тройник в качестве разбавляющего вещества. Но тройник, в котором одна порция разбавителя и по две порции масла и лака. Ну, так я себе решил, что будет лучше. Лак даст более быстрое высыхание. И, ну, не то, что даже высыхание, а краска быстрее станет, а масло даст некоторую мокренькость письму. Для фонового пятна возьмем черный, розовый, охру и тонированность холста, вы видите, дает возможность даже при негустой краске вполне себе темно набрать. Наличие штриха при укладке, то есть видимое прикосновение кисти, что это не закрашено, не задуто, а именно набрано. То есть работала кисть, работала моделируя. Итак, черный, розовый, охра. Где-то больше мигает розовый, где-то, ну, черный, розовый, где-то больше мигает охра с черным. Охра с черным зеленит, черный с розовым. Вот такой цвет вишни гнилой. Ну, что-то вот такое по цвету вполне съедобное. Белильца розовый. Плюс красный. Поищем силуэт цветков. Тоже вы видите, что густота краски невысокая, а плотность укладки высокая. То есть это благодаря тонировке холста.
розовый с охрой. Я иду, как вы видите, от центра к краям. Чтобы цветки не слишком расширились. Розовый подбирает фоновые цветики, становится грязненьким, но грязненьким в хорошем смысле слова. То есть так называемый сложный цвет формируется.
Друзья, с удовольствием вам сообщаю, что на сайте сахаровс.ру вы можете приобрести первые 10 шагов для начинающего художника. Вы познакомитесь с палитрой, с основными цветами, с их минимальной порцией для того, чтобы вы не путались в них. Вот, это так называемая скупая палитра. Познакомитесь с другими материалами, которые необходимы. И с некоторым кругозором, пейзаж, горы, цветы, портрет. В том числе вы сможете, ну там 10, в том числе вы сможете получить обратную связь через моих помощников, через моих дочерей Сашеньку и Машеньку. Вот. И через собственный кабинет приобрести и пользоваться этим инструментом для вашего развития. Приглашаю в клуб художников. Друзья, напоминаю вам, что в ваших возможностях вступить в мой авторский институт живописи с получением авторского диплома, который, информацию о котором вы можете получить на сайте сахаровс.ру. Это сайт моих дочерей, они его обслуживают, они курируют этот процесс с возможностью обратной связи, с возможностью быстрого роста в живописи, куда я вас и заманиваю.